Всем привет! Сегодня приготовим вкусные ажурные блины. И я расскажу вам секреты приготовления таких блинов. Скоро долгожданная весна, и это значит, что уже вот-вот наступит масленица, и мы будем лакомиться всеми любимыми блинами. Для приготовления удачных блинов есть несколько нюансов, и сейчас я их вам расскажу. Для того, чтобы у вас получились вкусные и красивые блины, вам понадобится 3 куриных яйца, 5 грамм соли, 50 грамм сахара, 130 грамм муки, муку необходимо просеять, 250 миллилитров молока, 30 миллилитров подсолнечного масла в тесто и еще отдельно для жарки, 50 грамм сливочного масла. Все продукты должны быть комнатной температуры. Разбиваем яйца и взбиваем их венчиком. Затем добавляем соль, сахар и также взбиваем. Затем добавляем просеянную муку и все перемешиваем. И затем взбиваем венчиком. Добавляем молоко, взбиваем. И в конце нужно добавить подсолнечное масло, а также кипяток и все перемешать. Теперь смазываем сковороду небольшим количеством подсолнечного масла. В идеале использовать специальную блинную сковороду. У нее низкие бортики, благодаря которым блины удобно переворачивать, а еще толстое дно и стенки, что позволяет блинам равномерно пропечься. Выбирайте сковороду с тефлоновым покрытием, на такой можно жарить блины даже без масла, ничего не прилипнет. Сковорода должна быть горячая, даже раскаленная, но при этом сам блин должен жариться на среднем огне, не пригорая. Тогда первый блин никогда не будет комом. Жар нужно постоянно поддерживать, усиливать и уменьшать температуру, чтобы сама сковорода не остывала. Приятного аппетита!